Объять многообразие явлений космоса в единстве мысли. В форме чисто рациональной, умозрительной связи невозможно. Писал блестящий ученый-энциклопедист Александр фон Гумбольдт. Ученый уже в ранней молодости должен смириться с мыслью о том, что об окружающем мире ему суждено знать очень немногое, говорил великий писатель Анатоль Франц. Но они бросают вызов Вселенной. Они сокрушают границы, познают и делают невозможное возможным. Они повторяют вслед за Ньютоном: «Мы стоим на плечах гигантов, потому видим будущее яснее». Они не хотят ждать, они делают будущее настоящим. Они молодые и успешные, они выступают сольно и в группах. Их дерзость не знает преград. И да, они могут спасти мир. Их талант и целеустремленность подтвердила высокое жюри конкурса на соискание премии правительства Москвы молодым ученым. Этот конкурс проводится уже третий год. В этом году призовой фонд и количество премий увеличены в 3 раза. 13 премий присуждены в области фундаментальных исследований, еще 15 в области прикладных разработок. В общей сложности 28 премий по 1 миллиону рублей каждая самым успешным и молодым московским ученым. Сегодня мы чествуем победителей. Вот их имена. Команда молодых ученых Степан Ткачев, Данил Иванов и Дмитрий Ролгудин объединили усилия для создания системы управления и определения ориентации малыми космическими аппаратами. Ноу-хау разработчиков нашло свое применение в уже реализованных и перспективных малых спутниках, таких как научный спутник Чибис-М, первый российский частный спутник Таблис от Аврора, спутник Самарского аэрокосмического университета Самсат, и может успешно использоваться в самых разнообразных исследовательских космических проектах. Физик-теоретик Григорий Рубцов уже известен мировому научному сообществу как серьезный исследователь. Разработанные им новые методы анализа диффузного излучения представляют собой уникальное сочетание астрофизических исследований и детального анализа современных теоретических моделей физики элементарных частиц, а полученные автором результаты исследований признаны лучшими в мире. Фундаментальные исследования Максима Бермишева посвящены созданию направленных методов синтеза полимерных мембранных материалов. Его разработки привели к созданию нового класса высокопроницаемых стеклообразных кремнисодержащих полимеров. С его помощью удастся решить одну из задач мембранной технологии — разделение по молекулярной массе углеводородов природного и попутного нефтяного газов. Разработанные химиком Василием Музалевским простые, но эффективные методы синтеза второсодержащих алкенов и ацетиленов могут успешно использоваться в фармакологии. Автором в процессе работы были синтезированы фторированные аналоги препарата для лечения бессонницы Золпидема, аналоги психостимулятора амфетамина, предшественники противоракового панамифена, являющиеся более активными формами этих лекарственных препаратов. Исследования химика Светланы Хороненковой привели ее к созданию нового механизма детекции повреждений ДНК. Способность ДНК самовосстанавливаться обеспечивает нормальную жизнедеятельность организма, предотвращает процессы преждевременного старения и злокачественного перерождения клеток. В будущем такой механизм будет использован для разработки альтернативных методов раковой терапии, приблизит нас к успешному лечению наследственных заболеваний, многие из которых сегодня считаются неизлечимыми. Результаты исследований биологов Амара Кантидзе и Артема Величко в значительной мере расширили наши знания о реакции клеток на стресс и индукции клеточного старения. Возможно, эликсир молодости – дело будущего, но новые данные о молекулярных механизмах избирательной гибели раковых клеток при тепловом и генотоксическом стрессах могут быть востребованы в клинической практике уже сегодня. Анна Кудрявцева, Алексей Дмитриев, Георгий Краснов разработали комплекс программного обеспечения, позволяющего исследовать механизмы возникновения и развития рака, выявлять новые молекулярные маркеры онкологических заболеваний. В результате исследований получены важнейшие экспериментальные данные о нарушениях экспрессии генов, их причинах и следствиях для наиболее распространенных злокачественных опухолей. Комплексные исследования политолога Елены Труфановой и философа Александры Яковлевой раскрывают исторические процессы и актуальные проблемы трансформации современной науки. Критический анализ состояния науки в системе общественных отношений и предложенные учеными решения выявленных проблем могут быть успешно применены в процессах реформирования науки, происходящих сегодня в России. Исследования Александра Вераксы и Сергея Леонова посвящены использованию когнитивных средств в психологической подготовке спортсменов, не только профессионалов, но и начинающих атлетов. Предложенные авторами инновационные методы помогают решить целый комплекс проблем, возникающих при подготовке будущих чемпионов.
Основным результатом разработок одного из ведущих в России ученого-экспериментатора Максима Щербакова стало создание самого быстрого в мире наноразмерного оптического переключателя. На его основе могут быть созданы ключевые элементы новых гибридных оптоэлектронных устройств, обрабатывающих и передающих информацию со сверхбыстрыми скоростями. Научный тандем Максима Силибина и Дмитрия Киселева внес значительный вклад в область изучения свинецсодержащих и бессвинцовых пьезоэлектрических материалов и наноструктур с высокой электромеханической связью на наномасштабном уровне. Проведенные ими исследования открыли новые физические эффекты для реализации запоминающих наноустройств на базе сигнетоэлектриков, которые находят свое практическое применение в микроэлектронике при создании МЭМС-устройств и преобразователей энергии, а также для биомедицинских приложений. Исследования Кирилла Зайцева и Станислава Юрченко открывают широкие перспективы применения импульсной терагерцовой спектроскопии в технологиях производства и эксплуатации полимерных материалов, биомедицинских технологиях. Помимо фундаментальных исследований, авторы провели комплекс работ, направленных на развитие приложений терагерцовой спектроскопии, которые могут применяться в ранней диагностике и лечении меланомы. Выдающихся результатов, имеющих мировое значение, добились Кирилл Напольский и Илья Росляков, работающие над получением перспективных материалов. Одно из направлений их исследований связано с формированием окрашенных оксидных пленок на поверхности алюминия, цвет которых изменяется при варьировании угла наблюдения. Разработки авторов могут широко применяться в строительном декоре, реконструкции и облицовке зданий и других объектов городской среды и чрезвычайно востребованы в условиях современного мегаполиса. Вячеславом Баженовым впервые была создана безмодельная импортонезависимая технология получения крупногабаритных тонкостенных деталей из титановых сплавов с использованием только отечественных материалов. Новейшая технология востребована в авиационной промышленности и позволяет обеспечить серийное производство деталей для авиационных двигателей пятого поколения. Молодые ученые Антон Григорьев, Тимур Ханипов и Елена Кузнецова разработали новый автоматический классификатор транспортных средств, ставший инновационным решением в области интеллектуальных транспортных систем. АКЭТА С4 обладает уникальными свойствами, которые достигнуты за счет применения передовых технологий технического зрения. Комплекс обеспечивает высокое качество даже в условиях сложных автодорог и климата России и не имеет аналогов на мировом рынке систем такого типа. Результатом экспериментальных исследований Ольги Столяровой и Алексея Мезрина стала разработка многокомпонентных сплавов нового поколения, способных заменить дорогостоящие и морально устаревшие материалы. Новые сплавы, обладающие наилучшими свойствами, а также разработки, снижающие износ в узлах трения, востребованы во многих областях промышленности, включая высокотехнологичное машиностроение и железнодорожный транспорт. Ирина Холоденко и Игорь Доронин в результате совместных исследований заложили основы нового подхода в лечении раковых опухолей и разработали инновационный метод терапии онкозаболеваний. В научной работе впервые доказана уникальная биологическая функция галглиозида GD2 выступать в качестве акцептора, проводящего сигнал гибели раковых клеток, несущих данный маркер. Новая разработка способствует значительному снижению побочных эффектов, возникающих при лечении рака, повышая вместе с тем терапевтический потенциал медиков и процент выживания пациентов. Работа Дмитрия Алексеева имеет отношение к одной из прорывных тематик в области биомедицины — исследованию связи микробного сообщества кишечника и заболеваний. Разработки позволяют выявить взаимосвязь с заболеваниями и рассматривать влияние лекарственных препаратов. Технологии, развиваемые в лаборатории Алексеева, позволяют оценить биологическую безопасность лекарств и продуктов питания уже сегодня, а запущенные в этом году проекты позволят вывести на рынок новые простые тесты, доступные каждому. Результатом исследований Ирины Алексеенко стала разработка генно-терапевтического препарата «Антионкоран-М». Доклинические испытания установили противоопухолевую эффективность препарата в широком ряде раковых клеток и моделей опухолей. Уникальный комплекс генной конструкции препарата и полученные экспериментальные данные открывают новые возможности лечения пациентов с труднодоступными опухолями. Дмитрий Ситников и Инна Ильина создали уникальный прибор, совместив лазерный скальпель и оптический пинцет, предназначенный для бесконтактного манипулирования биообъектами на клеточном и субклеточном уровне. Внедрение системы в медицинской и клинической практике поможет в решении актуальной проблемы бесплодных браков, повысит эффективность и безопасность вспомогательных репродуктивных технологий.
Работа Елены Климашиной направлена на улучшение остеоинтеграционных свойств титановых дентальных имплантатов. Разработка обеспечивает надежную установку имплантата для пациентов с нарушенной костной структурой, сокращает срок интеграции и улучшает приживаемость имплантата. Высокотехнологичный подход может быть использован в операциях по регенерации костной ткани, а также эффективно применяться в современной стоматологии. Существенный вклад в разработку технологии и приборов для низкотемпературного синтеза элементов микро- и наноэлектроники внес Алексей Белов. Созданные им технологические комплексы формирования элементов микросистемной техники, медной металлизации интегральных микросхем, а также самоорганизующихся наносистем востребованы в современной промышленности и находят широкое применение в крупных российских производственных компаниях. Главная цель исследования Ивана Белогорохова – получение композиционного материала функционального назначения из биологически активных комплексов для производства микросхем и новых устройств микроэлектроники. Ученым разработаны новые методы создания резистивных элементов памяти на основе фталоцианиновых комплексов. Разработка Петра Никишечкина, Александра Обухова и Ильи Ковалева открывает неограниченные возможности для развития умных производств. Программно-реализованный контроллер представляет собой гибкий многофункциональный модуль для решения широкого спектра задач в сфере промышленной автоматизации и выгодно отличается от аналогов за счет работы в качестве независимого устройства, так и в качестве дополнительного интегрированного модуля в уже имеющуюся систему. Видеоспектрометрический прибор, созданный Александром Мачихиным, предназначен для одновременного исследования пространственных и спектральных свойств биологических и технических объектов. Разработка может успешно применяться как в промышленных областях, так и в медицине для диагностики и терапии заболеваний внутренних органов. Высочайшую оценку получило высокоскоростное устройство связи «Волга», разработанное Николаем Гуркиным и способное передавать данные со скоростью до 100 гигабит в секунду на один канал. На разработанном оборудовании были поставлены мировые рекорды передачи данных на большие расстояния без промежуточных узлов на линии. «Волга» была использована для организации связи Олимпиады в Сочи и уже успешно применяется на линиях крупных операторов связи. Совместные исследования Даниила Иткиса и Виктора Кривченко позволили получить новые материалы и уникальные экспериментальные данные, которые станут существенным заделом для дальнейших разработок отечественных электродных материалов для накопителей энергии нового поколения. Командная работа Андрея Ващенко, Алексея Кацаба и Сергея Амбразевича помогла молодым ученым создать прототипы эффективных источников света на основе органических светоизлучающих диодов с полупроводниковыми нанокристаллами, обладающими высоким квантовым выходом люминесценции. Такие источники света являются перспективными не только для индикации, но могут быть также использованы для полноценного освещения. К инновационным разработкам авторов и технологии изготовления органических светоизлучающих диодов уже проявили интерес ведущие российские коммерческие предприятия. Сегодня развитие современной экономики, повышение качества жизни людей могут обеспечить только инновации, в основе которых лежат фундаментальные исследования и прикладные разработки. В современном мире усилия молодых ученых направлены на то, чтобы приблизить науку к реальной жизни, поставить научные достижения на службу людям, сделать их более доступными и эффективными. Поэтому премия правительства Москвы это не только поощрение молодых ученых, это перспективные инвестиции мегаполиса в свое будущее.